Всем доброе утро. У нас 7 утра, смотрите, какой туман. О, морозное утро. Уже так хорошо, холодно. Так на камеру не передается, а туда, если посмотреть, там вообще ничего не видно. Реку вообще еле-еле видно. Кстати, вот можно с камерой, допустим, если ты идешь куда-то, в камеру все видно. Уборка. Прости, мне телефон. Держи. Спасибо. Вот. Сушу постель, почему здесь? Вот буквально вчера пошел мелкий дождь вечером. Но это буквально вот может это пойти. Вот мы у Кристины работаем. Мы же работаем в окно-то не смотрим. Мы же не можем постоянно в окно смотреть. Он может мелкий-мелкий пойти. Но зачем? Ну да, ты этого не увидишь. Да и потом, пока доедешь, он уже намокнет. А два. И есть там один подписчик, вот честно забыла, как подписан. Вот. На Э что-то, по-моему. Вот мне нравится человек, как пишет. У них там такая влажность, постель будет сохнуть по 2-3 дня, если не больше. Да, у нас постель сохнет минимум 4 дня на улице. Минимум. И постоянно так. Зачем? У меня вот здесь вот быстро высохло все. И все нормально. Пол теплый. Все хорошо, все отлично здесь сохнет. Никаких грибков здесь нет, никакой здесь плесени нет. А чего вот плесень? Она же ничего не капает. Она же почти полусухая, выжатая это. Из стиралки вылазит. Почему будет плесень? Сколько в квартире жили постоянно? У нас вообще мы на первом этаже дожили. Ну, а в квартирах всегда там... это раньше было, вывешивали на балкон. У нас там балконов не было. Мы вот где жили на первом этаже, это потом мы переехали там на 4-й этаж, там балкон был, помню, мы там сушили. А так без балкона кто живет, сушит где? Ну, не в подъезде же. Все в доме сушат, и ничего здесь такого нет. Ну, была погода хорошая на улице, сушила на улице. Сейчас погода неважная. И сохнет в доме быстрее, чем на улице. Это раз. А два, у нас ведутся ремонтные работы. Да, постоянно у нас пыль. Пыль где-то там, это. Да и ветра здесь постоянно. Такая пыль здесь. Даже помню, я как-то вывесила постель тоже сушить на улицу. Мы уехали. То ли в Павловскую, то ли в Ленинградскую, что-то подальше по делам. И такой ветер поднялся. И когда я приехала, сперва что-то я потом про постель забыла, сняла постель, погладила все. И когда мы легли спать, я прям чувствовала, как от постели пахнет пылью. Она прям пыльная. Пропитывается, конечно. У меня конечно. Аллергия на пыль. Я прям пыль очень хорошо ощущаю. Я даже Рушану говорю, чувствуешь, пылью пахнет. Ну, не в плане постели, а вообще где-то. Он такой говорит, нет, а вот я чувствую, как пылью пахнет. А зачем это? Если есть возможность посушить дома, можно посушить и дома. Да, быстренько, буквально все и высохло. Все хорошо. Вот. А погода будет хорошая, можно на улице посушить, если стройки нет. Если есть стройка, то не пойдет. Вот я так просушила, если она у меня влажная еще, я просто выворачиваю на другую сторону. Вот просушиваю потом так. И все. Быстренько, и все хорошо. Просыхает. У нас сегодня ночью минус один было. Да? Да. Дядь Коля говорит, утром вышел, говорит, трава готажная, вот так скрученная вся. Да чё? Так что первые заморозки. У нас сегодня пицца будет, да? Да, сегодня на завтрак вчерашняя пицца, а потом еще вечером надо приготовить пиццу. Еще приготовим. Ты траву пьешь? Не да, забыла? Да, еще не пила. Пицца наша. Сейчас будем завтракать. Люблю, когда на завтрак есть уже готовое, что приготовили вчера. Не люблю начинать вот это вот готовить. Мне хочется быстрее бежать что-то делать. А здесь надо с завтраком стоять. Для меня легче приготовить все заранее, с вечера уже. Ну, естественно, такое, как кашу, это можно приготовить. А вот как пиццу приготовить, или там пирожки какие-нибудь, или блинчики. Или булочки. Лучше я блинов на там. Блины с утра. Вечером, потом подогреем, и нормально.
Вот, считай, ты забил ее в землю и все. Может, все-таки длинная, может, пополам ее? Нет, пополам короткая будет. Хотя так мне... немножко вот так. Нет, а мне кажется пополам. Мне же нужно весь столбик привязывать, а снизу только главное, чтобы поддержка была. Смотри, ты для дерева забиваешь вот, грубо говоря, вот чтобы упор был поддержки, вот настолько будешь на 50 сантиметров землю убивать. Вот, 50. Отнимем. Грубо говоря. Вот хотя бы, чтобы вот, вот так она была, правильно? Ну от да. От пола. Угу. 1.5 метра. Вот, я отрежу вот столько и нормально буду. Так, а где мы столько палочек наберемся? 24 палки надо. Вот я тебе сейчас из этой нарежу 24 палки. Хочешь, 54 нарежу. Просто мы раньше тоже подвязывали деревья, но мы делали коротенькие. Длинные не надо делать, мне кажется. Зачем длинные они будут торчать? Ну, видишь, и там коротенькая вставлена. У нас же он есть уже. Сделаем подлиннее, она даже так лучше будет. Потому что низ, ладно, пойдет. А если вверх, допустим, начнет ветер ломать? Ну, смотри сам, как хочешь. Что, отдыхаете, да, на солнышке? Среди камней, да? Орех насобирала. Орех вообще нет. Буду собирать сейчас орехи. Попадали. Смотри, как распогодилось, да? Ага. С утра такой туман был. Ездили мы в Октябрьскую, взяли клубнику. Это гигантелла сорт. Она идет крупная такая. Вот, но она не ранняя, не поздняя, она средняя. 120 грамм достигает одна ягодка. Угу.
больше 20 кустов. Ну, 300 рублей отдала. Вообще кустик стоит 15 рублей. Вот, ну, такой мужчина хороший нам попался. А если только ты один сорт взяла? Да. То гигантелла? Угу. Надо будет еще брать. Да посмотрим, если это хорошая клубника, зачем ее? Ну, чтобы ранее, чтобы до позднего было. Клубники иногда всегда хочется. Так а куда ее сажать? Она разрастется и кустики пустит, ее будет полно. Ну, за этим следить надо, и все. Еще пару сортов надо будет посадить. Которые два раза родят. На следующий год. Ну, весной можно будет посадить еще. Посмотрим. Ну, так что сегодня буду заниматься посадкой клубники. Не знаю, куда ее посадить, потому что солнце нужно клубнике. Место нужно будет поискать. Хорошее. Самое солнечное. Пойдем пообедаем, переоденусь и будем место искать. Сейчас поехали Кристину отвозить к ней. И Кантимай звонит, говорит, приедьте ко мне. Вот, приехали. Она здесь наготовила. Морковь корейский. Ой, обожаю этот запах. Вот такая красота. Все, вечером поедим на ужин, что мы только что пообедали. Свекла. И вот такая вот большая, ну, большой такой контейнер. Ох, как открыть. Это капуста. О, какая красота. Ой, какие ароматы. У меня же голова закружилась. Смотрите, как красиво. Но она говорит, это срочно съесть, надо побыстрее. Вот. Такая вот. Ну, ведерко. Этот контейнер. Ведерко это тоже от капусты. Но это уже от покупной. Просто контейнер использовала, помыла и потом использовала. И все. А здесь вот еще что есть. Здесь есть капусты. Так, ее нужно будет открыть. А, какая прелесть. Все, и пусть так постоит надо. Пяночка. Прикроем. Все. Пусть стоит. Все. Я побежала заниматься клубникой. Что уже время позднее. Вот, так что вот такие у нас сегодня гостинцы. Очень приятно. Спасибо большое, Кантимай. Вот. Так что, вот так вот. Ну, тут, конечно, много. Нам на троих. Да, наверное, сегодня... Сейчас Кристина сказала, что Саша звонил. Хочет прийти. Вот туда, до Кристины. Вот когда, наверное, Кристину поедем забирать, Саша еще поделимся. Ну, чтобы тут не пропало, потому что жалко будет трудов Кантимай. Вот, поделимся немного с Сашей тоже, с тетей Галей. Ой, ну здорово. Кристинка сказала, вечером приедет, картошки нажарит, и будем уминать вовсю. Так, это, наверное, в холодильник пока унесу. Поставлю в холодильник. А ты не знаешь, куры зашли, нет? Не видел маленький? Нет. А, маленькие зашли уже. Выпустим, сейчас, попозже. Так уже время нормально, все как раз он побегает. Попозже стемнеет ручку. Здравствуйте, тетя Таня. Здрасте. Пойдем в домик. Деревья привязывать будут. Я думаю, вот этот большой не надо будет уже. Вон тот надо будет, вон тот сделать. А? Вон то надо будет сделать. Угу. Молодое. А это тоже, по-моему, яблонька, нет? Нет, это не яблонька, это куст какой-то. А ты что, будешь рукой забивать? Нет, неси. А чем? На, бери веревку. Держи. Ага, хвалт. Умчались аж на это, блин. Аж ветер в ушах. Какие счастливые у нас собаки. Наелись, налопались.
И побежали калории сжигать. Такие хорошие, да, реки? Ну я их это. Не маленькие. 1.5 метра. Обстругал. А надо сразу это их раскидывать по этим. По деревьям. Патрик. Сюда. Сюда. А что ты по многу таскаешь? Этого не надо делать. Это все? Или подметаешь, они убегают, боятся. Ну да. Их шугали, видимо. Давай начнем. Макс. Ай, патриотик. Макс, патриот. Ой, ты какой. Вставай. Ой, хороший. Патрик, иди сюда. Покажи, как ты прыгаешь. Вот так вот. Патрик, иди сюда, смотри. Покажи, иди сюда. Патрик. Смотри. А, ему некогда. Иди ты в баню. А, блин, они идеально ножницы, что-то не отправили. Все взял. А мы не повредим там, не кормим, что? Нет. Нормально. Не дали поруши? Нет. Близко наоборот нельзя. Здесь. Так, да, повыше лучше. А? Повыше, да? Ну да. Полеры, блин. Ну? О, согнула палку. Почему, Рушан? Я согнула? Ага. Вот эту палку? Да. Нет, я не. Так, подопри ногой. Так? Или я криво забил. Ну? Не, я не трогала. Я слабенько так. Так, давай, иди. Поближе я боюсь корни повредить. И вот так, не чтобы это. Не, да, я слегка вот так завяжу, чтобы оно все. Вот, слегка. И главное, тут метки не ставьте на деревья, ладно? Макс. Ha ha ha.
наш сад. Ровненький. Последнее деревце. А, блин, вот это убрать веревку, а то это... Я сейчас на нее смотрю сейчас. Нет, вот. А ты думал, какой-то мы столб криво забили. Да. Что-то мне картину все портит. Теперь у нас настоящий сад. Теперь видно. Наконец-то до этого дошли. А то все. Надо. Давай завтра. Вот и все. Каждый день завтра. А теперь дилемма. Куда клубнику садить? Я вообще не знаю. Ну, сейчас придумаем что-нибудь. Я думаю, обязательно найдем. Почему биту называешь? А, мы вот тут дерево. Да, одно забыли. Да? Сейчас забьем. Где патриот? Патри! Знаете, что он мне сейчас сделал? Я сидела вот так, вот он ко мне вот ластился, а потом как прыгнул своим носом мне прям в глаз, да, патриот? Аккуратно у меня нож. Как дал мне в глаз, у меня аж глаз заслезился. Хорошо, да. Что у него нос мокрый. Ты такой собаке. Макс! Меня Макс заваливает, Патрик. Он говорит, и меня тоже, и меня как тоже. Как с вами быть чистыми, а? Ну никак не быть чистыми. Хорошие наши пацаны. Хорошие. Макс кусает Патрика. А он у него там что-то это. Давай я забью. А, ты же еще не забью. Чего спать не идут уже? Вечер. О, пошли гулять. Думали, определялись. Куда посадим клубнику? Решили здесь. Сперва хотели за виноградом. Солнце встает с этой стороны. А клубнике солнце нужно. Вообще, каждому растению солнце нужно. Поэтому решили, будем здесь. Там виноград просто будет притенять. Он же еще поднимется. Вот. Будем здесь тогда. А сколько кустов зубов? Ну, где-то 30 примерно. Через каждые 30 сантиметров мужчина сказал. Линейку неси. Ну, примерно хотя бы. Ну ж ладно. Она просто у него клубника прям расползлась, прям везде. Он прям ну, по ней когда ходит. Усы не обрезаешь? Да, вот этого я не хочу допускать, конечно. Это надо следить за этим. Да. Она, во-первых, когда усы пускает, она потом мельче становится, если усы не обрезать. Угу. Подожди, нет, уходишь немножко сюда. Сюда? Да. Мы занимались, когда жили в Сибири, на Байкале. Виктории. Мы там не клубнику сажали. Ну, Виктории. Вот, мы даже продавали. Нормально идут? Нет, сюда. Ты же, видать, сам понимаешь. Я просто говорю, мне отсюда по отношению-то. Ты забыла, что у меня левый глаз косит? Ничего страшного. Вот поэтому я и кашу поставила. Угу. Время уже вечер. О, Патрик! Рассказывай, ты где был такой грязный? Ты где отсюда? Ты почему такой грязный? Макс, он где был? Рушан, от него какашками, кстати, воняет. Брысь! Рушан, он в каком-то говне искупался. Он, видать, на речке. Рушан, они гоняют наших... Макс, ну-ка иди сюда. Они наших уток гоняют. Руш, пойдем. Так, я Макса чушь забираю, а ты Патрика. Не подходи ко мне. Ага, скажи, сейчас разбежался. Прям побежал. Ой, я не буду к нему подходить. Он, видать, у нас... Макс, иди сюда. Иди ко мне. Там у нас яма. Он там, наверное, искупался. Патрик, ну ты, блин, в своем репертуаре, а? Посмотри, что творит, а? Сюда иди. Эй, Ванюша, иди сюда. От него несет, Рушан. Все, давай.
Не хочет, не хочет. Ну возьми его, ну Рушан, не надо так вот. Ничего страшного, постираемся. Макс, пойдем тоже, пойдем, Макс. Все, погуляли, хватит. Пойдем. Отпусти его. Отпусти его, я сказал. Пойдем, Максик, пойдем. Не хочет, зайка. Надо, Макс, пойдем, заходи. Надо заходить уже. Ой, как от Патрика несет прям. Свиной навоз? Коровий? Патрик, ну где тебя? Макс его моет. А куда ты делала это? Где-то здесь бросила. Сейчас будем искать. Патрик, он Макс сейчас его помоет. Они два брата друг другу помогут. А теперь Патрик его выносит. Ну все. Смотрите, вода с бассейна желтая. У нас все-таки до сих пор плавают в бассейне. Представляете? Хоть холодно, но они все равно туда ныряют. Плавают себе. Мне кажется, я как-то рядок ушел опять. Ага. Да и ладно. А ты можешь это, когда сажаешь это, кустиками выровнять? Вправо, влево. Это же видно со стороны. Ну, встать, посмотреть так. Я сейчас просто смотрю вот по этому ряду, в принципе, ровно. А если вот по лункам смотреть, чуть-чуть левее надо будет уходить. Видишь? А туда, да? Ага. Немножко сюда уходить надо будет. Камни, камни, какие-то проволоки вылазят. Да, здесь. Интересно, вот... Фу, бычки, блин. Это бычок? Нет. Интересно, вот на Кубани, кто живет, можно клубнику в грядку делать? Будет ли она здесь вызывать это? Нормально будет или выдувать будет ветром? У нас вот дилемма. Ну да, хочется... Грядочки, ну как-то выделить, да, красивее, да. Удобнее ухаживать, когда что-то в грядке. Да и знаешь, когда оно немного выше получается, ты, допустим, элементарно продергать, да, ты рядом сел, получается, на стульчик, и спокойно на высоте немножко продергиваешь, не наклоняешься. Да, даже хоть... Было, полетело, Руш. Домой полетело. Домой залетают, блин. Уже не забегают, а залетают. Они летают у нас. Скоро все начнут летать. Они не улетят. Но они могут на речку слетать по это. Ну пусть летают. Покупаться и обратно не вернуться. Жалко. Ну а так вообще этот. Бывает, они улетают, допустим, и высиживают на речке в камышах яйца. Вот там тогда плохо. Да? Потому что эти утята погибают. Угу. Но они все-таки домашние, они не приспособлены к дикой природе. Да, солнце садится. Дядь Коля говорил, говорит, сажать надо, когда солнце село. Чтобы никто... И правой рукой. Да, чтобы никто не видел, потому что если кто-то увидит, говорит, а будут завидовать, ничего не вырастет. Коля, правда. Сейчас он, если увидит, что опять что-то сажаю, он будет кричать, Диана, садовод, ты что там опять? Приходит, когда, привет, садоводы, огородники. Нам соседу повезло. Вот так. Да я хочу сходить к дядь Коле в гости. Угощу тоже. Ну серьезно, это очень много для нас. Немножко поделюсь. Дядь Коля тоже всегда с нами делится всем. Ну да. Тут раз получается, что такое, дядь Коля дети приезжали, вот у нас, пожалуйста, сейчас я даже вам покажу, вот лопатка, раз, вот она, лопатка, два, и у нас здесь доска разделочная, два, три, это дядь Колин дети передали, вот они передали, нам Патимай дала, мы передадим. Ну и то мы, не все ли так, чуть угостить. Ну да, и Саше хватит, всем хватит.
смотрю, как пахнет. Знаешь, что сейчас я нашла? Ты не хочешь поесть? Я-то хочу поесть? Не могу, это плохо. Оно пахнет слишком вкусно. Завораживает запах, здесь еще перец. Сразу про дядь Колю забыла. Не могу. Да я сейчас это... Быстренько поем, да. Чем мне перекусить? О, так, это... Нет, так ты будешь, нет? Я нет. Ну как хочешь. Картошки купишься? Конечно. И возьму пакет. А вот в банке другая капуста? Да. Да, еще 2-3 должна постоять. Там только можно будет. О, это от Кантимай, скажешь. Обязательно. Мы поехали к вечеру, уже время. 8 часов. Поели, наелись. Поедем, поработаем немного у Кристины. Кристина осталась дома. И в это время там делать нечего. Это нам делать нечего. Трубы всякие паять. Ну, она что там будет стоять, смотреть на нас. Да, я и одна справлюсь. Где-то что-то подать, принести. Вот, а у нас что-то мелкий дождь, что ли, моросит. Да, снег. Да, просто если снег. Вот так смотреть, дождь там, когда прямо идет, а там прям вот так кружится, это мелкий. Не знаю, ну что ты сыпи такое мелкое, видите? Что будем обогреватель устанавливать? Да я говорю, зачем надо, ходит, не холодно. На улице сейчас холодно. Сейчас ты буквально посидишь пару минут, тебе станет холодно. Вон я вот досиделся, выскочил просто, да, у тебя не нужна она. Я вот сапоги, на меня Кристина напялила сапоги, говорит, нет, обуй мои сапоги. Вот, обул ее сапоги, теперь о чем? Самое главное, чтобы тепло было. Не заболеть. Что, подключаю? Включаю обогреватель или нет? Обогреватель включаю или нет? Сейчас или рано? Просто мы сейчас наелись. Пиццы наелись. Чая напились. И это мы такие прям горячие, да, разогретые. Да, только сейчас ты посидишь. Пару минут. Я вышла на улицу, говорю, мне жарко, мне плохо. Кристина говорит, это сейчас здесь, мы прям стоим, красные с ней. О, все, пошло тепло. Так, надо дверь установить быстренько. Вот, пахнет, чувствуешь ушами? Ну, он сколько времени не работал. Да, включай. Сейчас, там горит обратно. Начнем с того, что продолжим. Нужно будет сейчас от бака вниз тянуть сюда в туалет. Что не подходит? Как-то однажды я устанавливал, тоже вот отопительную систему немного переделывал. Я для себя открыл клей. Я просто до этого им никогда не пользовался. Насколько удобно, оказывается, работать клеем? Это будто клей? Нет, это, к сожалению, нить. Просто если бы, допустим, мы делали вот этот бак основательно, ну, грубо говоря, потом его не надо было снимать, котел этот, я бы, конечно, пользовался клеем. Потому что им намного удобнее работать, чем, допустим, вот даже той самой ниткой. Вот. Но клей потом очень тяжело, его нужно нагреть. Тяжело потом обратно все снять, разобрать. Поэтому используем нитку. А так для себя, конечно, в будущем я буду всегда использовать клей. Thank you.
пускаем еще трубы для горячей воды. Ну да, обратку, чтобы потом не переделывать ничего. Да, здесь у нас получается пока что будет висеть бойлер на горячей воде, потому что запустится отопление с этой системы, будет бойлер. Как я помню, вот здесь он, да, вроде бы будет я висеть? Я не знаю. Вот. Ну, где-то он будет здесь висеть. Вот, от него будет подходить сюда и уйдет по комнатам, ну, на кухню и ванну. Вот. Но когда сюда встанет уже двухконтурный котел, газовый, да, сюда уже просто подведется, подключится и будет хорошо. Знал бы, что котел будет так висеть на Марсе, мне бы это больше трубы взял бы. Я думал, что будет это пониже, видишь, все 2 метра взял. А здесь ее лобоску надо будет. Еще за трубой. Ну, сейчас паяем, сколько хватит. Хотя бы обратку спущу сюда немножко. Так. Ну, поехали. Сейчас я здесь. А от них совсем не гуд. Очень жарко. Ну давай выключи. Растри жарко. Такая тишина сразу стала. Ну да. Блин. Ну выпустил трубы. Домой. Завтра поехали или... завтра, да. Что это? Может, уже? И еще это взять. Неудобно. Вот я зашел в магазин, да, и когда вот у меня лежит все в корзинках, да, я вот подхожу, набираю, вот, и, ну... Сам знаешь, что сам надо. Сам знаю, да. А когда ты заходишь, у тебя вот образцы вот такие, да, и ты вот... Я вот не могу тогда, человек тебе по корзинкам это собирает, ты ему вроде бы рисуешь, он тебе... Ага, понял, да. Он тебе накидал. Угу. И все, и потом ты вот получается вроде, этого. Вроде бы по этой схеме, да, но не то, что надо. Вот, и получилось так. А я как подхожу, допустим, да, я вот корзинки беру, я вот глаз, даже Диана говорит, он как-то это со стороны наблюдал, говорит, странный, говорит, я подхожу, глаза закрываю, я начинаю, я в голове рисую схему, вот как у меня что будет, и я, ага, вот отсюда взял одну, потом дальше пошел, вот пошагово делал, накидываю, у меня всегда все хватает.
Это получается бак, того не хватает, этого не хватает. Ну, попробуем завтра по-другому сделать. Так что на сегодня все. Немного поработали, с часик. Время уже позднее. Много сдерживает то, что, допустим, не пошумишь. Вот у себя бы дома, допустим, да, сейчас вы могли бы там посверлить что-то и постучать, подвинуть, а здесь, увы, нельзя, к сожалению. Квартира. Квартира. Да. Кстати, интересно, у нас подписчики большинство живут в домах или в квартирах. Вот напишите в комментариях, квартира, дом. Интересно почитать. Кого больше? Домов или квартир? Квартирантов или домовых? Давай собираться. У меня сейчас перед выбором станет жить в квартире или в доме, я выберу дом. Я даже, да, вот мы сейчас с Рушаном, он потихонечку работает, мы разговариваем. Я говорю, как часто мы выходим на улицу, вот когда живем мы в доме, да? А в квартире пришел с работы, заперся в своей этой коробке и сидишь. Как это? До следующего дня. Как скворечники, вот. Угу. Раз на балкон, высунулся, выглянул. Высунулся, заглянул, и все. Ну, не знаю, знаешь, каждому свое. Ну да, в принципе. Вот. Кому-то, допустим, кто-то вот в доме, допустим, его палка не загонит в дом, вот я в квартире, и все, и мне этого достаточно. Каждый кто-то, выбирает... может, живет в квартире, еще и не пробовал жить в доме. Бывает и такое. Mm-hmm. Не знаю, каково это. Так. Я родилась в доме, выросла, до 12 лет жили мы в доме. И когда с дома мы переехали в квартиру, для меня это тоже было очень трудно привыкнуть, ну, к квартире. В маленькую эту, да, там? Ага. Замкнутое пространство. Да и ты, в принципе, так же. Ты же тоже жил в доме с детства. Я всю жизнь в доме жил, да. Ну как, у меня в какой-то степени я рвался вроде бы в квартиру, вот что... В квартире, допустим, можно отдохнуть, нечего делать. Вот, там как бы нет такого там тяжелого физического труда. Ну а потом понимаешь, все равно, как бы, живя в квартире, ты скучаешь по этому движению, тебе что-то хочется делать, а ты не можешь. Уже связывает руки. Говорил, что я хочу себе это ворота с пультом. Интересно, подъехал, как кнопку. Она? Она что, здесь стояла, она ждала, что ли? Караулила. Какая-то собака там появилась, да, сейчас бежала за нами. Прям это. А ты что здесь делала? Нас ждала? Я как раз во дворе была. Искала твой совочек, не могу найти. У меня нету совочка. Тот, который. Помнишь, маленький? Такой? Ты, да, покупала, который, да, нет. А я не знаю, ты, по-моему, купила и себе забрала. Нет! Ну, нет, Рушана, нет. У нас есть? Где совочек? Помнишь? Я помню, что мы покупали маленький. Какой такой. Так она меня, себе тоже. Ручка, сперва она маленькая. Себе такой взяла. Ну, есть у нас такой. А, есть? Да. И конечно, где он? Есть. Я сначала бань, себе купила. Возле бани я залудно. А, возле бани, возле я бани. Я сначала себе купила, потом я говорю, классный, потом тебе взяла. А, поэтому я и не знаю, Рушан, видишь, его это прибрал туда, к печке. Хотела эту кучку собрать. Ты что, здесь подметала, что ли? И не могу найти совок. Что, замерзли, совок, да? Нет, не замерзли, представляешь? Серьезно? Вообще не замерзли. Под конец вообще жарко стало. Что, он уже заставил меня под конец, говорит, выключи обогреватель.
Серьезно? Да, тепло. Но в тех комнатах выходишь, чувствуется так. Я побыла там 5 минут, у меня даже нос замерз. Отсюда заходишь на кухню, где работали, там тепло. Достаточно. Если закрыть чем-нибудь, вот. Особенно пленкой. Да, так будет тепло. Угу. Я говорю, там, в принципе, уже можно переезжать жить. Пленкой заштеплена, заштепить окна. Включил ветродуйку и спи спокойно. Нэнси, китюнь. Мы смеемся, прикалываемся, просто нас люди не так понимают, Рушан. Да? Да пусть не понимают. Так это мои проблемы. Рушан все равно даже перед камерой отсюда не выгонит. Как бы он ни старался, как бы он ни прикалывался. Всерьез он говорит, прикалывается. Это не мои проблемы, только они не понимают. Да, Нэнси? Дай морду вытру. И как-то на улице, да? Либо я разогрелась действительно. Разогрелась. Либо на улице холодно. Нет, вот. Рушан, потеплело. Мне тоже кажется, утром что было попрохладнее. Вчера было холодно. А это потому что небо затянуло. Аккуратно, сильно высоко. Ой, аккуратно. Это небо потому что затянуло, же. Дождь шел, снег точнее. Вот. И поэтому теплее. А может просто в сапогах, в скороходах. Ладно, что будем? Сейчас будешь, дед? Да, что будем еще это по второму кругу ужинать? Идите ужинайте, я не хочу. Нет, ты что, в баньку нельзя. После я хочу сейчас в парку, парку подать, полежать немножко на прилавке, полный раз вытянуться, расслабиться. Break on that beat, going crazy.